по скайпу. Положение у меня есть. А я у вас есть же в почте? Да. Да, скиньте мне, пожалуйста, я посмотрю, посмотрю, что там. Да, уже он... 2004-й, да? Да, 2004-й и младше, и испытание проживания он... Делает. Да. У Чудина есть там один... Автобус едет, кажется, то ли по четным, то ли по нечетным. Ну, знаю, я посмотрю, я покажу. Хорошо. Вы вышли, я покажу. Хорошо, Миша. Мишенька, надо определиться как бы вот пару дней до понедельника, чтобы скинуть туда фамилию, имя, год рождения, кто есть. Я в понедельник только буду говорить с... А ну, в понедельник потом пусть или что, чтобы я ему туда Пернику отдал как бы. Я в понедельник буду... А, вечером. На тренировке, да, поговорю с Чудиным, как бы вы только вышли, но чтобы я мог ему сказать, что, как, что. Да, хорошо, Миша. А вы едете с много человек? Или вы еще не... Я уже собрал 3 человека, все, и даже этот, но. Шел домой, сижу с Кирилловичем, разговариваю. Вдруг жена говорит, ты кому собрался с Кирилловичем 10-го? У тебя даже свадьба у родственников. Какая свадьба? И все. Так что... Так нет, так она мне не сказала, что не пустит домой. Я говорю, Кириллович, придется у дочери. Ну, вы вышли, я посмотрю. Да, хорошо. А, Миша, а ты знаешь, что 2 числа тоже турнир? Здесь. О, 2. Вот смотри, вот здесь сумка лежит между этими. Принеси, мне кажется, у меня есть там положение. Да. Кто проводит? Что? Здесь, в Креции. Турнир Креции? Да. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Все категории. 2-й, 3-й. 2-й это хорошо. Да. Да, я вам дам сейчас. Ты... Да, да, чемодан. А, да. Да. Да, 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 да. Я сейчас посмотрю. Я брал заявку. Ты как раз заявку ему отдашь. Да я забыл. Кажется, я что-то брал с собой. А, нет, нет. Мишка, тогда я тебе это... Да, вы вышлите мне и тот тогда. Да. А, Миша, турнир Крецу. Крец сейчас делал вроде турнир зимой, только или когда, в 8. Ну вот их не школа делает. А, их школа делает? Да. Мишка, дай где-то на суде главному, а вот ему. Кому? Ну, вот это заявка. Вот туда. Все, Мишка, давай. До свидания.